Как ни странно, выход мне подсказал тоже врач. Но врач какой? Врач, который отработал более 15 лет на скорой помощи, повидавший многое. А врачи скорой помощи – это отдельная категория людей, которые все умеют, но сказать не могут. У них такой опыт непосредственный. Они чуют. Они чуют. У них интуиция богатейшая. Да. И вот я случайно попал к нему, когда он уже устав на скорой помощи, просто первый месяц работал в обыкновенной поликлинике. Он мне сказал: знаешь, как поступи? Я говорю: как? Он говорит: а ты возьми ампулу Релана или любой другой транквилизатор и везде и всюду носи его с собой. Никогда не пей, но всегда знай, что ты можешь это сделать. И с того момента у меня это стало действительно очень важным и очень нужным методом. И вся психофармакология сводилась к тому, что я пытался справиться с панической атакой сам. И тянул до последнего. У меня с собой был растительный препарат. Вот. Он называется Новопасил. Я не знаю, помогает он или не помогает. Вот. Да, потому что в последнее время появились статьи, что это препарат пустышка. Хотя написано, что все ингредиенты в него входящие действительно работают, но тем не менее непосредственно он клинические испытания не проходил на достаточном количестве респондентов, да? Но у меня он работал. Когда я проскакивал первую точку, доходил до второй и понимал, что ни дыханием, ничем я не справлюсь, я отходил в уголочек, наливал себе колпачок этого нового пассита, выпивал его и ждал 15 минут. Через 15 минут, поскольку он все-таки на спирту, начинали теплеть руки, да, и начинали происходить какие-то благостные изменения, и я цеплялся за них и начинал их расширять и увеличивать. То есть делал совершенно обратное тому, что человек делает при панической атаке. При панической атаке человек хватается за негативные какие-то ощущения и начинает их раскручивать путем того, что пугается их. Вот, он их постоянно растит, увеличивает, вот, присоединяются другие, вот, и вот у него, да, идет уже такая очень мощная атака. А я наоборот, я хватался за самые минимальные проявления вот этого новопасита, вдруг руки перестали дрожать, вдруг потеплели, вдруг в желудке потеплело, и вот я начинал расширять это. Да, и это работало. И последняя точка — это вот этот самый ампула, которую я так никогда и не скрыл за все 8 лет.